Сегодня строители установили 2 пролета. Необходимо собрать еще 15. Первоначально планировалось начать работы сразу с 2 берегов. Однако из-за сильного течения это стало невозможным. Губернатор проверил ход строительства. Глава региона отметил, будущий мост сможет выдержать стихию. К его качеству на данный момент нареканий нет. По мнению специалистов, нужно увеличить темпы работ. За этапами строительства также пристально наблюдают и местные жители. С одним из них нам удалось связаться по телефону. Я думаю, что не успеют даже до Нового года. Потому что 2 пролета они поставили, это уже плиты положили наверх на быки, и поставили 6 быков, но не законченные, только трубы вбили. Вот. На каждый бык, на то, чтобы его подготовить, надо по крайней мере неделю. Вот. Да еще потом бетон они заливают, неделю бетон сохнет, 2 палубки. Вот. Итого 2 недели. В общем, ну даже так, чисто математически посчитать. То есть остается 11 быков. Мост нет, не будет достроен. Дай бог, если к новому паводку, может быть, достроят. Строительство капитального моста специалисты планируют завершить в кратчайшие сроки.